История контактов Кевина Бриггса с высокими светловолосыми инопланетными существами во многом созвучна истории Алекса Кольера, но в то же время по-своему уникальна и значима. Все больше людей делают достоянием гласности свои контакты с представителями иных миров, но еще больше, возможно, миллионы людей не хотят говорить о таких встречах. Кевин Бриггс не является таковым. Первая встреча Кевина с существами, которых он называет Ортом и Ди, состоялась, когда ему было 8 лет, и эти два существа остаются с ним на протяжении почти 60 лет. По их настоянию, его миссия заключается в том, чтобы поделиться своим опытом с миром, в надежде, что больше землян узнают об их существовании и о том, что они здесь с нами, чтобы поддержать и поделиться знаниями, особенно в это переходное время. Лучше всего начать сначала, с момента, когда вам было 8 лет. Расскажите нашим слушателям, что случилось тогда. Вам 8 лет, вы в ванной комнате, и что же произошло? Да, все верно. Мне было 8 лет, и ребенком я был очень чувствительным, воспринимал энергии окружающей среды. И когда я был в ванной, я явно почувствовал изменение вибраций в комнате. Я посмотрел направо, и там были два существа. Они слегка не касались пола. Оба внешне очень привлекательные, с длинными светлыми волосами до плеч, голубоглазые, в плотно облегающих синих костюмах, униформах. И они телепатически разговаривали между собой. Но я мог понимать их. И вы можете представить, как я был напуган, когда два существа материализовались в ванной комнате. Телепатически они говорили не со мной, а обо мне. Женщина, ее зовут Ди. Теперь я их очень хорошо знаю. И мужчина Орт. Ди спрашивала Орта: «Это тот самый мальчик?» И он ответил: «Да, тот самый мальчик». Она снова сказала: «Ты уверен, что тот самый?» И он вновь ответил: «Да, уверен». Но она продолжала: «Посмотри, он напуган нашим присутствием. Он маленький и необразованный». Но он сказал: «Это тот мальчик, я буду обучать и направлять его». Они еще немного поговорили и исчезли. Я был до смерти напуган и не мог вылезти из ванной, вода остыла. Моя мама зашла в ванную проверить, почему я там так долго. Я начал объяснять ей о двух существах, но она сказала, что это мое воображение. Но это не так. Я до сих пор общаюсь с ними и другими существами, с которыми они познакомили меня, когда мне было 14. Не будем ходить вокруг да около, кто они, откуда, как их зовут, но мне хочется спросить, почему, каковы их мотивы в установлении связи с людьми, подобными вам? Кого, вы полагаете, они представляют? Я могу ответить на ваш вопрос на основе информации, предоставленной ими. Они – часть Галактического Совета Восьми. Я встречался со всеми 8 членами Совета, когда мне было 14 лет, и я был на их корабле. Они здесь для помощи в нашей эволюции, на пути к более высокому сознанию, развитию общества и защиты Земли. Их беспокоят экологические проблемы. Нам необходимо заботиться о нашей планете, так же, как она заботится о нас. Они очень дружественные. Они здесь уже очень долгое время. А ваша семья поддерживала вас? Давайте вернемся к вашему детству. Я хочу поговорить о том,
что случилось с вами в возрасте 3 лет. Расскажите нам о фотосессии в вашем доме. Мама пригласила фотографа для семейных фотографий. Фотограф прибыл, и я был первым в очереди. Фотограф поставил меня на обеденный стол. Я посмотрел на комнату с высоты стола и увидел ее с новой точки зрения, и вдруг осознал, что моя энергия сознания вновь была физическим существом. Это мое первое воспоминание о себе как физической сущности. Когда я рассказывал эту историю жене, она сказала: «Трехлетние дети не употребляют таких слов, как сознание, они не понимают этого». Но я понимал, и до сих пор для меня это совершенно нормально. Я встречал других людей, которые понимали такие вещи в возрасте 1 года или 2 лет, и даже встречал кого-то с памятью о пребывании в чреве матери. Это обычное дело, но в нашей культуре не позволено говорить об этом. Я думаю, вот почему несколько лет назад они попросили меня публично говорить о своем опыте. Так и другие обретают уверенность в необходимости делиться своим. Мы становимся сильнее, и говорить о таких событиях становится нормой. Наши знания разделяются и на уровне коллективного сознания. Вернемся к вам 3-летнему. Вы осознали факт, что вы есть сознание в физическом теле. Остановимся на том, что вы подумали, что вы вновь в физическом теле. Значит ли это, что вы жили много раз? Да, таково мое понимание. Мы духовные существа, души, инкарнирующие физические тела для обретения опыта. И у меня сохранилась память о 2 жизнях, или лучше сказать, смертях. Они были насильственными. Думаю, поэтому я и помню их. Будучи рыцарем-храмовником, я участвовал в сражении при Азинкуре. Стрела прошла сквозь доспехи и пронзила мое сердце насквозь. Я упал замертво на землю. Я помню эту смерть, потому что она была насильственной. И еще одна случилась в 1789 во время Французской революции. Я был роялистом, подростком, лет 14. Меня вытащили из дома и везли в повозке в Бастилию, и на следующее утро обезглавили, потому что я был роялистом. Но я помню это, и помнил, будучи ребенком, лет 7 или 8. Я, бывало, возвращался к этим событиям и исследовал эти жизни. Подождите, я хочу соединить некоторые точки. Интересно, вы полагаете, что воспоминания об этих ужасных смертях появились у вас примерно в то же время, когда вы встретились с инопланетными существами? Может ли быть, что вы имели связь с внеземным разумом в предыдущих инкарнациях? Нет, ничего такого не было. Это только в этой инкарнации. Они показывали мне мою следующую жизнь, что весьма любопытно, но я ничего не помню о таких контактах в предыдущих. Я подозреваю, эти воспоминания сохранились из-за того, что обе смерти были насильственными. Ребенком я исследовал их. Я не был уверен, сон ли это или реальность, но я мог возвращаться к ним и переживать вновь. Я помню, как первый раз вернулся во время, когда был гильотинирован. Я проснулся в тот момент, когда гильотина опускалась, и днем в школе размышлял. Если бы я не проснулся, я умер бы по-настоящему. Я думал, что, возможно, это был сон.
Следующей ночью я снова вернулся в то время и просмотрел события как сторонний наблюдатель со стороны и дошел до момента, когда моя голова была отрублена, и я хотел знать, могла ли голова видеть, уже находясь в корзине. Немного жутковато для ребенка, но я выяснил, что еще секунды четыре мог видеть. И это ответило на мой вопрос, был ли это сон или прошлая жизнь. Я не умер по-настоящему в этой жизни, я проснулся утром. И даже сегодня, если захочу, эта информация доступна мне. Сколько людей в вашем окружении, или лучше сказать, насколько часто встречаются люди, испытавшие подобное вам, или частично испытавшие, а именно контакты с иными мирами? Я думаю, таких людей очень много. Наши культурные устои, медицинские стандарты не позволяют нам говорить об этом открыто. Они навешивают ярлыки умственного расстройства, психозов, но сейчас происходит так, что я могу рассказать свою историю, и кто-то, с кем я даже не знаком, расскажет точно такую же. Разные люди делятся похожими историями, у каждого свой кусочек пазла. И когда об этом говорят люди, заслуживающие доверия, это становится нормой. Мы учимся друг у друга, нас обучают инопланетяне или существа высокого сознания, звездные семьи, назовите их как угодно. Они обучают нас, чтобы мы несли дальше эти знания. Конечная цель – повысить образованность человечества, поднять его к более высоким уровням сознания, чтобы мы лучше обращались друг с другом, с планетой. Строили лучшее общество для детей и будущих поколений. Мы здесь, чтобы помочь в процессе эволюции и развития. Но существует огромный спектр того, что люди испытывают. Почему для одних это необыкновенно положительный, способствующий росту опыт, как, например, ваш? И есть совсем другие истории. Что является неизвестным в этом уравнении? Лично я думаю, как повсюду, есть добро и есть зло, а также их градации. Доброжелательные, дружественные существа оберегают меня. Мне известно о негативных сущностях, которые хотят внести разлад или даже завладеть планетой и тому подобное, но их меньшинство. Мне говорили, что они в меньшинстве. А вы когда-нибудь пересекались с менее доброжелательными? Рептилоид однажды заглянул ко мне в спальню. Типичная рептилия. И пришел он с недаемым любопытством. Как это человек может общаться с различными видами живых существ? И случилось это потому, что во время астрального путешествия, что случается со мной довольно часто, я встретился с группой инопланетян. Их было двое, транспортирующих какие-то минералы с Земли на Луну. Я материализовался позади них в кабине экипажа. Оба они оглянулись и телепатически обменялись вопросом, что он тут делает. Я понял, что мне не следует здесь находиться, извинился и исчез. Вернувшись домой, я проснулся, и Серый появился в моей спальне, высокий Серый с крупной головой, и сказал мне, чтобы я не лез куда не надо. Он явился как лицо официальное и предупредил меня. Вскоре после этого рептилоид оказался в моей спальне. Он не разговаривал, но я читал его мысли. Он хотел знать, как это какой-то человечишка мог путешествовать вне тела и общаться телепатически. And understanding telepathic communication.
Но мне известен случай, когда рептилоид кого-то излечил. Удивительная история. Так что и рептилии могут быть хорошими и плохими. Это как инь и янь. Но мне в этом отношении повезло. Мои инопланетяне оберегают меня. И я никогда не имел дела с силами зла. Так интересно. Я думаю, что Вселенная сама по себе сознание, а сознание имеет различные уровни, и разница между этими уровнями представляет различные вибрационные частоты. На этих уровнях находятся всевозможные виды и существа. У меня есть способность, повысив вибрации, отделить энергию сознания от физической составляющей и перемещаться на уровне более высокого сознания. Я путешествовал во многие планы бытия и встречал много разных существ. Нас этому не учат, мы не понимаем этого. Нам бы не помешала образованность в отношении сознания. Это главное, чему они обучали меня на протяжении всей жизни и общения с ними. Сегодня многие духовно развитые люди открыто говорят об этом, но что действительно нужно делать, так это просвещать всех, чей ум открыт к этим знаниям. Они открывают новые реальности. Узнав, что наши собственные мысли и сознание творят реальность, в которой мы живем, мы можем все вместе сотворять или творить совместно с людьми с иных планет. Они здесь, чтобы помочь нам в сотворении той реальности, которую мы хотим для наших детей и будущих поколений. И мы уже недалеко от этого. Мы согласны с вами.